Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Trailblazer 2007 года выпуска, 4.2 бензин, автомат, полный привод. На этом автомобиле я заменю лампы в противотуманных фарах. Сейчас посмотрю, возможно, сниму передние колеса, чтобы удобнее подобраться было к туманкам. Поднял автомобиль мне для удобства, но в принципе их можно заменить, даже не поднимая автомобиля. Подлез снизу, защита подкрылки не закрывает, и снизу защита пластиковая не закрывает их. Берем, снимаем разъем. И поворачиваем лампочку. С разъемом, конечно, удобнее повернуть, поэтому я немножко обратно вставлю против часовой стрелки и вытаскиваем ее. Вот такая лампа. Идет она H27. Использовать буду Нарву. Маркировка идет ее 880-я лампа. Достаю. И устанавливаю на место. Поворачиваем против, то есть поворачиваем по часовой стрелке. Вставляем разъем. И также с другой стороны. Вторая лампа. Сгоревшая. Берем такую же 880-ю лампу, тоже фирмы Нарва, 880-я. Вставляем ее, поворачиваем, вставляем разъем. Защелкиваем и доворачиваем. Ну, а теперь можно проверить. Вот я про что говорил. Здесь места достаточно. И также здесь места достаточно. Что там, что тут. Все, обе противотуманные фары у нас работают, но у нас не работают оба габарита фарах. Меняем лампочки на габаритах. Вот здесь вот по углам, вот он патрон, находятся лампочки. Поворачиваем против часовой стрелки. Сейчас я переставлю камеру. Повернул против часовой стрелки патрон. Вытащил. Обычная бесцокольная 5-ваттная лампа. Лампу поставлю тоже фирмы Нарва. По номеру она идет 17177.
Вставляю и включу, проверю габарит. Все, лампа работает. Вставляю ее на место в гнездо. Все, повернул. Также меняем со второй стороны. Здесь выдернулось легче. Вторую лампочку тоже заменил. Ну, неудобно, честно сказать. Проверяем. Ну все. Правый габарит работает. И левый габарит работает. На этом все. Замену лампочек противотуманных фар и лампочек габаритов в передних фарах мы закончили. Всего вам доброго.